Одинцовские единороссы приняли участие в подготовке праздника «Зимние забавы» в поселке «Летний отдых». Депутат окружного совета Владимир Веницкий рассказал, что для детей и их родителей были подготовлены динамичные конкурсы и игры на свежем воздухе. Парламентарий добавил, что в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» в «Летнем отдыхе» прошла инспекция качества уборки от снега улиц и тротуаров. По словам депутата, работы ведутся в плановом режиме, вручную и с использованием механизированной техники.